Парижині надають пільги.
потом будете платить. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Все назад, на периметр! Равно! Там ходит такой же назад! Живой! 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 Давай, давай! Чтоб греха рядом, что мы взяли в Венецу! Заебали с вами цацка! Давай, родной, блядь! Да у тебя шансы охуенные, блядь! Пиздой отсюда, блядь! Я не хочу этим шансом воспользоваться. Не хочу отсюда, пожалуйста. Ну ты видишь, что. Да не хочу я этим шансом воспользоваться. Ну что, ну, я подумал, Виталий, блядь, что поймешь, что сейчас получил. Ну что, блядь, толпой набрасывать. Да уйди, чтобы на тебя никто не набрасывался. Зачем это делаешь? Толпа может одного кого-то выставить. Сколько, пожалуйста, уйди, мужчина. Как ты называешь толпой? Я этого не хочу. Я житель Харькова. Я этого не хочу. Зачем вы это делаете? Твое мнение никто не спрашивал. Понял, иди. Здесь все жители Харькова. Мы решили, ну, это делать. Все, давай без тебя разберемся, вот хорошо? Подойди, пусть потому что пусть уходит. Да нахер мне его точно. Нахер вам его точно. Я живу в Харькове всю жизнь. Ты баранчишься с нами разговаривали. Ну-ка, все назад. Это на периметр разошли. Быстро. Вы же просто толпа. Все назад. Вы же просто толпа. Все клеили, никакой толпы. Ребята, не надо оскорблять друг друга. Давайте спокойно говорим. Если у кого-то есть другой объект, давайте его обсудим. Давайте научимся слышать друг друга. Да прошло время разговоров, понимаете? Никто не будет ни с кем разговаривать. Давайте делать что-то фактически. Мы делаем. Памятник ничего сейчас не делает. Зачем вы это делаете? Вы вот зачем вы сейчас вдвоем провоцируете? Нет, вы видите, сколько людей на взводе. Вы хотите просто получить почему, по кабинам и уйти домой. А почему вы на взводе? Почему? Потому, потому что Влада собирается. А вы только его давно пора убрать. Он немецкий шпион. Вы тоже жители Харькова, не хотим, чтобы этот стоял памятник. Я не немецкий шпион. Вы сядем, парни, давайте, не раздумывай, все пошли. Какой референдум? Большинство народа против этого памятника. Ребята, я за Украину. Я тоже помогаю, у меня есть ребята. Я тоже помогаю, я тоже за Украину. Ну давайте решим. Не надо ругаться. Я не ругаюсь. Музей, пожалуйста, музей. Если нравится. Давайте Ленин, решим. Давайте проголосуем. Музей, если большинство людей решили, что нужно убирать его, давайте уберем. Давайте уберем. Если вы уже по-любому сегодня уберут. Но вы никого не слушаете. Кто это решил? Люди, народ. Ну как решил? Народ решил. Народ решил. Все, кто собрался. А я не народ. Вы тоже народ, но большинство. Сколько тут живешь? Привет. Я живу здесь 67 лет. Вы себя вообще в зеркало втроем видели. Вы на себя в зеркало посмотрите сначала, а потом молодым людям, новому поколению, которые идут много со временем, будете рассказывать. Что? Вы посмотрите на себя. Вы не украинский народ, вы совки. Вы никто. Почему? Вы совки, да. Я вырос в Союзе. Хорошо. Так почему я не знаю, это что? Мой голос меньше, значит, чем ваш. Извините, на данный момент иди домой, накати баньки, завтра на работу. Ну давайте проголосуем. Тогда вам будет все вернуться. Момент, и все, его сегодня не будет, по-любому не будет. Хотите, не хотите, смиритесь. Ну, езжайте в Москву, пожалуйста. Нам он везет, поклоняйтесь ему, если да, приедет. Нам они не а нам он не нужен, и дал нам это. Не нужен. Вот время, его откуда-то снять, поставить где-то на ХТЗ. Парки там Правильно, правильно человек говорит. Там где? Это ломбарда. Идите, молитесь там своему идолу, а здесь ему не место. Да, в центре города. Это место сборов сепаратистов. Оно нам надо. Сейчас делайте. Почему? Давай голосовать здесь. Почему? Погоди. Мы славяне друг друга не слышим. А мы слышим. Извините, это Путин нас не слышит. Мы не хотим, чтобы мы были в России. Но он нас не слышит. Он ввел свои войска сраные. Аккуратно. Путин не прав. Мягко говоря, я не знаю. Я не буду матюкаться и оскорблять его не буду. Надо уметь как-то говорить это и отстаивать свою точку зрения. Но не без оскорблений друг друга. На очереди послышал. На очереди Кассиоли все эти радости. Вот там было время. Не сделали. Выбило это. Друзья, давайте голосовать. Кто против? Друзья мои. 50 человек. Здесь никого. Подождите, подождите. Извините. Почему вы не сделали? Вот он стоит, он стоял. Давай-ка, уебывай отсюда! А ну-ка, 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 давай-ка!
Пацаны, не трогай! Сейчас упадет!